Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков. Аналитика Swissquote», в ходе которой мы рассматриваем утренний прогноз швейцарского банка Swissquote Bank. Утренний прогноз, который сначала появляется на английском, затем на русском, по которому многие из вас торгуют. Swissquote Bank оказывает широкий спектр брокерских услуг. Там можно торговать на платформах MetaTrader 4 и 5, можно торговать американским фондовым индексом, европейским фондовым индексом, не только акции, но и срочный рынок. Также можно торговать на этой платформе крипта, валюта, нефть, другие товарные рынки. Очень широкий спектр услуг, и, естественно, это вызывает большой интерес. И мы поэтому смотрим утренние прогнозы, смотрим, что отработано, что можно еще отработать. Давайте вместе посмотрим на сегодняшний обзор. Сделать это легко. Под главным экраном есть баннер Swissquote Bank, обзор рынков. Нажимаем на него, попадаем и открываем страничку обзора. Начинаем, как обычно, с евро. Ну, собственно, аналитика начинается с евро у коллег, поэтому и мы начинаем. 1.08.85 видели сегодня в 7.30 утра целью наши коллеги. Мы сегодня бурно обсуждали эту тему. Пару слов скажу. Бурный спор очень был сегодня, вверх или вниз. Были аргументы в части отката наверх. Вот. Кто-то уверенно говорил, что пойдем ниже. Но давайте посмотрим, что произошло по факту. Посмотрим по торговой платформе MetaTrader 4 Swissquote Bank. Поскольку мы называем ценники аналитиков Swissquote Bank, естественно, надо смотреть по графику Swissquote. 1.09.04 был сегодня лой и отбились. Поэтому сторонники идеи отбоя оказались более правы в моменте, во всяком случае. Вот, я лично не ожидал отбоя. Я думал, что будет продолжение нисходящего тренда, поскольку ретест был вчера. А я даже сегодня упоминал Илью Коровина. Вот, утром в аргументации я говорил о том, что вот, технический анализ идеально сработал. Пробой сильной поддержки, ретест. И сегодня должны двинуться вниз. Я упоминал, что Илья Коровин мог бы над нами глумиться и Насим-то лебиться, ссылаясь на то, что мы одурачены случайностью. И, ну что, признаю, что он был бы прав. Потому что, к сожалению, вниз не пошло. Да. По теории теханализа мы были вправе ожидать дальнейшего движения вниз. Некоторое движение состоялось, но целевые точки не были достигнуты. Кстати, какая была целевая точка? Давайте посмотрим. Целевая точка была, давайте вспомним, 1.08.95, а первая 1.09.05. Вот первая точка была достигнута, и отсюда произошел разворот. Ниже не пошли. Частичное исполнение прогноза. Да, коллеги. Сегодня теханализ немножечко уступил скептикам, скажем так. Ну, ничего страшного. Давайте посмотрим, чем завершится день. Откат еврика налицо в моменте. Входить ли сейчас в евро-доллар, не уверен. Часть первая цель исполнена, теперь начинается совсем другая история. Фунт-доллар 1.2260 видят коллеги вниз сегодня в качестве цели. Видели в 7.30 утра. Давайте посмотрим, отработан ли этот прогноз. Вот. И у нас лой был 1.2270. 1.2260. Ну, буквально 10 пипсов не дошли. Но посмотрите, вот здесь теханализ побил своих хулителей. Почему? Потому что тоже был пробой, тоже ретест, но сегодня вниз пошли. Ну что ж, друзья, не 100%, но тот, кто на фунте зашел, по теханализу, те заработали. Тоже некоторый откат произошел. Вот в фунте я бы постоял до целевых отметок, то есть еще от текущих 27 пипсов. Вполне себе вижу, вполне. Направление выбрано верно.
Далее, друзья, доллар и японская иена видят специалисты Swissquote банка на 107.4. Открываем доллар и иену и видим, здесь нас не послушали, 107.88, доллар и иена растет. Можно ли отработать этот прогноз, заходить сейчас в продажи? Не уверен. Все-таки тренд трехдневный, налицо наверх, заходить в контртренд, к такому тренду, на мой взгляд, рискованно. Далее, друзья, доллар, швейцарский франк. Видят наверх его коллеги, 0.9970. А давайте посмотрим, что произошло. А здесь не послушал нас. Слушайте, как назло сегодня. Вот. Доллар, швейцарский франк пошел вниз, 0.9927, не дойдя до верхней границы. Можно ли заходить в покупки? Тоже не уверен, друзья, рискованно. Доллар, канадец. Видят коллеги наверх, 1.3305. Резкое движение видели утром. Давайте смотреть, как ведет себя канадец в жизни. Тоже не слушается нас. Доллар снижается. 1.3258. Трудный сегодня день в части прогнозов. Австралийский доллар. Доллар, друзья, 0.6720. Видят коллеги утром. А он 0.6760 показывает. То есть движение наверх состоялось. 0.6720, а он 0.6760. Движение вниз не состоялось. Смотрите, какой сегодня трудный день. Наверное, Руслан Улимаев толкает рынок к своей цели высоко вверху. Далее, коллеги, давайте посмотрим. Доллар, турецкая лира видят вниз, коллеги, 5.6520. Смотрим, доллар TRY, нет, стоит на открытии, вниз не пошел. DAX, германский фондовый индекс, 12.190 видят вниз, коллеги, утром. А в обед мы видим... Нет, 12.360, пошел в рост. И, судя по всему, пойдет. Да, смотрите, какой сегодня трудный день в плане прогнозов. S&P 500, это моя мечта, наверх на 3.200, но, коллеги, останавливаются скромно, 3.022 пункта. Давайте смотрим, как ведет себя S&P 500. Здесь направление определено верно. Мне кажется, постоять наверх можно. Во всяком случае, у меня есть корыстный интерес. Мой прогноз 3200, он же наверху. Поэтому по-любому, при любой картинке я последние две недели говорю S&P наверх, S&P наверх. Я пытаюсь повлиять на рынок тем самым. Но при этом, друзья, не могу не отметить, что есть сильная зона сопротивления 2985 пунктов. Ровно в нее мы сейчас стучимся. Она была сильной поддержкой 6 дней. Сейчас она уже 3 дня сильное сопротивление, и пробивать ее будет трудно. Ну, стоим, пробиваемся. Если не пробиваться, то и не пробьешься никогда. Золото видят вниз, коллеги, 14.97. Смотрим золото на графике. 14.96.60 уровень. То есть мы уже пробили целевую отметку. То есть тот, кто продавал золото вместе со Swissquote банком, смог на этом заработать. Прогноз отработан на 100%. Серебро видели, коллеги, вниз на 17.57. И нефть WTI сырая 55.40 видели, коллеги, утром. Давайте смотреть, что сейчас показывает WTI. WTI показывал, было снижение, сейчас отбивается наверх, но в течение дня мы показывали отметочку 55.94, а ждали нас 40, да, далеко не дошли, отбиваемся. Тоже в этот прогноз сейчас входить трудно. Коллеги, а все видят, да, что пятница подтверждает репутацию очень трудного дня. Наверное, на этой неделе это самые трудные прогнозы были для Swissquote банка. Поэтому
несколько из них отработано, но в целом листопад торговать нельзя, общий такой вывод сделаю, что если начинает рынок колбасить, а сейчас абсолютно разнонаправленные движения, сегодня не работает никакая корреляция, обратите внимание, все ходит абсолютно в разные стороны, все, что можно только придумать, в разные стороны. И поэтому сегодня, вот понедельник и пятница всегда трудный день, а пятница особый, поэтому сегодняшняя пятница не исключение. Если вы не видите рынка, лучше, может быть, остановиться и посмотреть и Trade TV, и послушать других спикеров. Вот, например, сейчас Андрей Малевич нам расскажет свой взгляд на рынок, и мы с удовольствием послушаем. Спасибо, коллеги. Всем удачи сегодня.